Ну что, друзья, закупочка мяска для собачек сегодня состоялась. Так, я приобрела, конечно, не все, что хотела, но приобрела, много-много работы, в общем, мне на выходных хватает. Так, и тут мяско. Это вот брикетики такие разморозятся сейчас я разорву. Это вот эти трахейки и жилки. Ну вот да, они вот такие вот скошенные. Ну, повезет, повезет. Если нет, значит, ну, хотелось бы мне еще дополнить, чтобы немножко большую компанию угостить. Так, это печеночка, тоже побалуем сушеной. А здесь у меня желудок. Это вот разморозится за завтра. И завтра вечером, как все лягут спать, я буду его разделывать. Ну, потому что пахнет он ужасно. И только когда никого нет, я могу быстренько его разделать. Так, мяско еще здесь. Разделать и потом нести в дегидратор. Ну, там у нас не получается. Вот такой вот желудок. Да, он в таких вот кругленьких. Это вот желудок. Он замороженный. Надо размораживать его, разрезать. Ну, вот это все для собачек. Совсем на немножко. Ну, и так пару тысяч, тройку я потратила, заплатила. Ну, что сделаешь, что сделаешь? Надо своих малышей угощать. Вот такие вот большие баульчики у меня сегодня получились. Мы привезли и буду перерабатывать.